Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Три объекта культурного наследия в Кирове отдадут в аренду за 1 рубль. Это здание на улице Дерендяева 61 и 61А и на улице Преображенской 39. Сейчас здание готовят к конкурсным процедурам. Торги состоятся в третьем квартале этого года, рассказали в горадминистрации. По словам сити-менеджера Вячеслава Симакова, заинтересованные в аренде лица уже есть. Цитирую. «Это люди, которые хотят внести свой вклад в развитие города. Они уже восстановили несколько объектов на территории областного центра», – рассказал Симаков. Всего в собственности муниципалитета 16 объектов культурного наследия. 11 из них используются арендаторами. Еще один включен в программу приватизации и будет выставлен на продажу. Еще один готовится для передачи в аренду. Экономика. Новым руководителем областной налоговой службы стал Василий Сментанин. Кандидатуру на должность руководителя управления ФНС России по Кировской области предложил губернатор Александр Соколов. Федеральное ведомство ее поддержало. Василий Сметанин с 2018 года работал заместителем руководителя областного управления. До этого занимал должность начальника отдела управления банкротства в центральном аппарате Федеральной налоговой службы. В эфире «Экономика». Торговый центр «Джемолл» выставили на торги за 2 миллиарда рублей. Имущество, здание торгового центра, земельный участок, инфраструктурные объекты и оборудование реализуют в рамках процедуры банкротства. Торги проводят в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Отмечу, само здание торгового развлекательного центра четырехэтажное. Его площадь более 44 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость имущества – 2 миллиарда рублей. Для участия в торгах необходим задаток 20% от начальной цены. Шаг аукциона – 5%. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».